Народные дружинники проводят встречи с трудовыми коллективами и приглашают добровольцев вступить в их ряды. Главное условие для приема – отсутствие судимости. Были во многих организациях – детские сады, больницы, школы. Сейчас вот пришли в Ямал-Коммунэнерго. Реагируют, откликаются, поступают звонки, в том числе мне. Кто-то увидел, услышал, кому-то сказали, спрашивают, где взять заявление, записываются. Заявлением о вступлении в народную дружину желающие могут обратиться по телефону 43 710. Для дружинников существуют материальные поощрения. Они получают денежное довольствие за проведенное время в патрулировании какого-либо объекта. То есть, и так же самое существуют награды Ямал-Ненецкого автономного округа, муниципального образования города Муравленко.